В областном доме журналистов прошла пресс-конференция, посвященная проведению праздника «Россия-Донбасс», приуроченного ко Дню России и Дню Святой Троицы. Мероприятие состоится 12 июня. Праздничные события начнутся в 8 часов утра на Соборной площади. В Успенском соборе богослужение возглавит митрополит Томский Таврический Владимир, по окончании которого будут проведены мероприятия на Соборной площади, гуляния с вовлечением большого тысяч мечей, работой десятков площадок различных и для детей, и для взрослых. Будут организованы экскурсии и по собору, и на колокольне Успенского собора, а также раздача плова. О спортивно-патриотической части праздника рассказал первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник. По его словам, центром событий станет Соборная площадь, где разместится множество спортивных площадок и активностей. В рамках на проведение фестиваля мы будем проводить соревнования чемпионата Омской области по BMX Freestyle парку, где лучшие спортсмены региона будут соревноваться и бороться за медали. Интересная площадка организована представителями страйкбола. Это как раз, наверное, ближе к патриотическому воспитанию. У нас будут представлены представители прикладного собаководства. Будет выставлена большая площадка авторской школы «Набор Шторм», которая также становится очень часто партнерами на больших городских и областных праздниках. Они проведут соревнования для любителей, они проведут разные интересные конкурсы, разыграют подарки. Приглашаю всех, будет очень интересно. На площадке «Безопасная техника, безопасные дороги» а мечи смогут увидеть различную технику и поучаствовать в полезных активностях. Действующих экипажей разрешается детям сесть за руль, это, знаете, как детская мечта, сесть за настоящий полицейский автомобиль. Но мы также проработали вопрос, и всегда традиционно, дети могут включить проблесковые маячки и спецсигналы. Будет шумно, предупреждаю сразу же. Но, как практика показала, да, на проводимых нами мероприятиях такого формата, дети, конечно, в восторге. Такого действия. Об особенностях праздничной программы на Любинском проспекте поведала Наталья Степанова. В этом году наш регион проводит международный форум приграничных территорий России и стран СНГ. 12 июня его участники пройдут по центру Омска в параде национальностей. Это будет то самое действие, которое мы всегда начинаем 12 июня. И не менее 2000 человек пройдут в национальных костюмах. Это всегда потрясающее действие. Вот такое же патриотическое, да, потому что все идут под флагами Российской Федерации. Вот за исключением делегации других стран. А дальше у нас будет работать огромное количество площадок. Завершит программу бесплатный концерт Вадима Самойлова. Он начнется в 21:00 на Соборной площади.